Премьер-министр Тимир Сариев ознакомился с ходом работ по сбору биометрических данных граждан в городе Чолпон-Ата. Он отметил, что правительство обеспечит проведение честных и прозрачных выборов. Все будет проходить согласно закону. В настоящее время свои биометрические данные сдали 2 миллиона 700 тысяч кыргызстанцев. Важно понимать, что это нужно не только для предстоящих выборов. Биометрические данные позволят ускорить процесс получения тех или иных документов, избежать очереди при предоставлении госуслуг, поэтому важно провести информационную работу среди тех граждан, которые не сдали свои данные, сказал он. Также премьер напомнил о том, что без сдачи биометрических данных кыргызстанцы не смогут принять участие в выборах.